как долго были у вас панические атаки, сколько вам времени понадобилось выйти из этих состояний. Вы знаете, я не буду сейчас описывать, потому что я буквально завтра выложу пост. Там будет возможность скачать книгу с историей моего невроза, и там будет описано детально, поэтапно, как я справлялась, что было. У меня была паническая атака ровно одна, потом они повторились, но у меня панические атаки, если честно, не сильно как бы напрягали. Поэтому, если вам интересно, то буквально завтра я выложу этот пост, и будет возможность скачать эту книгу и познакомиться с ней. И, ну, я думаю, что вы на свои вопросы ответите. А главное, зачем вам знать, как долго было у меня, и как я справилась с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии.